структуре акционерного общества тепловые электростанции. Одним из самых современных объектов является Турокурганская ТЭС, на которую организован пресс-тур на тему «Экологическое состояние, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». С места события наш репортаж. В системе действующих теплоэлектростанций впервые именно на Турокурганской ТЭС было установлено автоматизированное оборудование по мониторингу выбросов в атмосферу в режиме онлайн. Все получаемые данные в рамках интеграции АО теплоэлектростанций и Госкомэкологии поступают в единую национальную базу «Геоахпарот», где тщательно изучаются и анализируются. На территории Турокурганской ТЭС установлена система мониторинга атмосферного давления, газоанализаторы производства США. Они функционируют в режиме нон-стоп. Главное преимущество в том, что у нас есть возможность проводить мониторинг и непосредственно наблюдать за результатами. Кроме того, подобная система установлена в населенных пунктах. Путем сравнения результатов двух агрегатов мы можем проводить анализ. Также представители СМИ ознакомились с функционированием системы контроля выбрасываемых газов. Технологии зеленой экономики позволили с 2018 года сократить объем загрязнения в 3 раза – с 1500 тонн до 500 тонн. В нашей стране большое внимание уделяется вопросам улучшения экологии, охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В целях исполнения постановления президента на Турокурганской ТЭС впервые установили онлайн-систему, которая позволяет проводить анализ вредных выбросов в атмосферу в онлайн-режиме. К тому же, вблизи населенных пунктов ведет свою деятельность и экопосты. Подобная практика применяется по всей республике. В эти дни начата установка около 1500 солнечных панелей мощностью более 1000 киловатт на территории в 1,2 гектара Турокурганской ТЭС. На станции установлено 6 водонагревательных котлов вместимостью 200 литров каждый, 70 фонарей внешнего освещения, 110 сенсорных датчиков. После завершения наладки панелей ежегодно можно будет экономить электроэнергию на 3 миллиарда 372 миллиона сомов. А в 2023-2024 годах запланировано возвести солнечную электростанцию мощностью свыше 10 мегаватт на территории в 15 гектаров. К тому же на всей протяженности Турокурганской ТЭС высажено более 10 тысяч фруктовых и декоративных деревьев, что является образным зеленым поясом крупного энергетического объекта.